жоқ айдап сағам сайға жолдан трассадан қазір тоқтатып кішіне қалдырып кетем осында лошадей отогнал трасс загнал лощину это лощина вот она пожалуйста тут раньше быков держали называется бычатник вон там будка есть загон был в советское время сейчас конечно это же после того времени нифига не осталось. Ничего не осталось. Лошадей сейчас остановим. Остановим. Отогнали отсюда. Остановили, пригнали сюда. Остановим и поедем домой. Поедем домой. На улице ветер, микрофон не сделал. Губку не поставил. Почему? Потому что у меня спонтанно получается все. Не получается так. Пошел, приготовился, поехал. Снарядился как положено, нет? Резал скотину, два тая завалили, один тая, один хунан. Быстро-быстро, фон-фон, короче. И полетел. Полетел, что-то собирать. Поэтому звук может быть немножко с ветром. Батончик. Батончик. На улице дождь. Страшные прям здесь кругом. Аж на мрачно. Не очень-то я люблю дождь. Но я понимаю, что дождь нужен. Травы будет весной много, хорошей травы. Джайлим була джамбур босаков темде. Зе джамбур босаков темде. Джайлим була джайлим босаков джокасемыз була. Жылқы семіз болса болдық, болдырға қойымайын, бұлай жатамыз. Короче, взаимосвязано все. Осенью дождь. Весной трава хорошая. Трава хорошая. Лошадь жирный. Лошадь жирный. Тебе хорошо, меньше откармливаешь. Меньше откармливаешь. Расход меньше. Расход меньше. Навар больше. Вот так вот и живем, короче. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Сейчас пойду лошадь дальше резать. Если Ербулат уже не зарезал. Как-то так.